Спонсор данного выпуска – магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличное решение для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Ребята, всем салют, с вами я, Славян, мой любимый Настян. Вот наши малыши. Короче, ребята, сегодня выпуск будет из Адлера. Я покажу вам, так, момент, вот так вот. Я покажу вам, как не нужно рисковать. Я покажу вам набережную. Я покажу вам скейт-парк, покажу классный сквер. Садитесь поудобней, выпуск поддерживайте и погнали. Итак, мы сейчас находимся возле комплекса «Мандарин», пляж «Мандарин». Здесь есть скейт-парк. Я сюда приезжаю по утрам в хорошую погоду покатать. А непосредственно вон там по прямой находится пляж. Мы сейчас туда с вами и направляемся. Что хочется показать еще здесь? Смотрите, здесь есть вот такой вот сквер с такими огромными кайфовыми деревьями. Соответственно, вот детская площадочка. Ну и, собственно, есть еще площадка воркаут, ну и скейт-парк я вам уже показал. Так, идем с вами на пляж. Мы сегодня утром приехали, чтобы и я, и детки покатались в скейт-парке. Ну, мы покатались, дети устали и пошли на пляж. Настенька мне тут написала, что иди на пляж, здесь большие волны, соответственно. Идем туда, друзья. Так, здесь какая-то кафешка. Идет строечка. Да, слушайте, я прям слышу, как шумит море достаточно сильно. Ну и сейчас с вами все увидим. О, да. Слушайте, ну что, пляжуху смывает. Вон, посмотрите, какая красотища. Разгоним с вами сочинских попугаев немножко. Посмотрите, какой тут кайф. Слушайте, да, волны просто огонь. Воу-воу-воу-воу. Самые экстремальные заходят вот на волнорезы. Да, смотрите, какая красотища. Я обожаю вот эту историю, когда волна бьет волнорез и разбивается. Смотрите. Бамс. Вот, особенно на том. Пойдемте с вами туда. Ёпсель, мопсель. Так, нас чуть не смыло. Так, нам еще надо найти наших. Обязательно. Так, если ветер сильно задувает, друзья, извиняйте, ветер сегодня действительно есть, петлички с собой нету. О-о-о, посмотрите, какая красотища. Оп-оп-оп. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Да уж. Смотрите, галечку смыло. Вон, волна, смотрите. Баумс! Слушайте, ну это круть вообще. Смотрите еще раз. Баумс! Да, это было огненно. Видите, чуть нас не смыло. Так, я вижу наших. Пойдемте, дойду до своих. Они там кайфуют, бегают. Вот я догнал своих. Они тоже, видите, пришли покайфовать от моря. Сейчас с вами попробуем совершить какой-нибудь экстримчик. Так, смотрите, волны доходят аж до сюда. Соответственно, надо поймать такой момент, чтобы дойти. Блин, мокро, конечно. Вот, это тот самый, походу, да, момент? Блин, вообще страшно, стрёмно. Ла-ла-ла-ла, бамс! Ой-ой-ой! Ух!
Ни хрена себе, смотрите, что там идет. Ёпсель-мапсель. Вот это, друзья, вам контентик. Ой, смотрите, какая сильная волна. Охренеть. Смотрите, смотрите, что там идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас опять подмывает. Детки, конечно, вообще опасно заходят сами. Волна может стукнуть и может закончиться, конечно, не очень хорошо. Идет. Пау. Ой-ой. Так-так-так-так, отходим. Вот это жестко идет прям. Нифига. Блин, я вообще не могу, я встал, короче, и не могу отсюда уйти, потому что это настолько завораживает. Смотрите, смотрите. Бам! Прям под нами столько пены. Да-да, слушайте, с таким ударом они бьют прям вообще. Ну кайф, а, ну кайф. Так, ну вот отчаянные пробуют туда сходить. Ух ты, какая волна. Я, конечно, все понимаю, экстрим экстримом, учитывая даже, что там торчит какая-то арматурина, но отправлять, конечно, отпускать вот так вот деток, это, конечно, ну, очень опасно, учитывая, что они один раз бежали так, что волна их накрыла, они прям реально оттуда убегали, и вот видите, вот все дальше-дальше пытаются пройти, да, экстремальные детишки, 30-30-30 что творят. О, волна идет, побежали, видите? Видите, что творится? А если бы вот эта волна, вот их бы там бы точно могло смыть. Либо вот эта вот волна внезапная, видите, что творится? В итоге история с детками закончилась, вот что их мамка собрала, навтыкала им, потому что они действительно очень сильно рискует оказаться в море и больше не оказаться нигде. Так, давайте с вами еще прогуляемся вот в эту сторону. Это пляж Чайка, он называется. Тоже с волнорезами здесь. Как вы видите, да, песок. Не знаю, летом здесь песок или нет. Может быть, так от шторма намыло. Все так же традиционно во всем Адлере. Вот эти вот волнорезы. Собственно, вот так вот выглядит пляж Чайка в несезон. Так, мы сейчас тоже рискуем с вами оказаться в волне, потому что вот по полосе видно, да, вот до сюда волна доходит. Ну и ладно, если что, будем отбегать, как говорится, не впервой. Так, видимо, какая-то речка-говнотечка. Так, что у нас тут еще есть? Вот все строится, да, и вот видите, да, вон там вот бетонные сооружения, там, видимо, какой-то отельчик в проекте. Ну, наша задача с вами покайфовать на морешко. Я, конечно, все хочу открыть купальный сезон, но руки с ногами у меня
Не доходят. Так, пойдемте на пирсик с вами сходим. Вот видите, вот там такая арматурина торчит, вот где детки были, да, вот они за нее держались. Но идти дальше, это, конечно, опасно, учитывая, что... Боюсь, ой-ой-ой. Учитывая, что покрытие, вот эти камни, очень скользко. Поэтому я, конечно, не рекомендую. О-о-о-о. Так, ну до нас не доходит. Ладно, пойдемте. Видите, что? Ой-ой-ой. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Так, да, нас почти зачерпнуло водица. Ну, очень круто долбят волны. Я, конечно, надеюсь, что увижу этой зимой еще больше, в разы, как там обещают, шторм века. А, шторм... Как он? Шторм тысячелетия или шторм столетия, что-то типа такого должно случиться. Либо в этом году, там, либо в следующем. Да, вот такая, друзья, у нас с вами история. Вот такой вот Адлер. Вот так выглядит все вне сезон. Слушайте, вообще прекрасный песок. О, такой отпечаточек мы с вами оставили. Так. Собака напала на хлеб. Это чайкам, а она нападает. Так, а что это, можно на пирс, ой-ой-ой, я иду, не вижу, прогуляться или не можно? Ладно, пойдемте, пройдем под пирсом. Опа! Слушайте, вон до сюда, видите, доходят волны, я надеюсь, нам повезет. Так. Я вам вот что хочу сказать. Поддерживайте выпуск лайком, и мы с вами будем ходить вон туда дальше. Может быть, все пляжи вот так вот, куда вам лучше приехать и где вам будет комфортнее отдыхать. Либо в Эмеретинке, либо вот в Адлере, либо где-нибудь в Сочи. Поснимаем также с вами все поселки. Все это, друзья, будет на канале, поэтому подписывайтесь обязательно. Что-то такое выкинуло с моря. Непонятно, какой-то матрас вообще. Вот такая набережная красивая. Погода у нас сегодня настолько кайфовая. Кстати, вот кто-то просил поснимать последние дни января. Вот, пожалуйста, сегодня 30 число. Все для вас, друзья. Вот вышел прогуляться, поснимать пляжи, погоду, окрестности. О! Вон волна идет, да. Смотрите, какая. Вот тут, 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 тут. Так. Удаляемся. Смотрите, какая волна. Ну сколько? Метра 3, наверное, точно есть у этой волны. Как вы думаете, напишите в комментариях. Так, ну и конечно, друзья, давайте я вам покажу набережную. Посмотрите, какой крутой отель здесь строится. С шикарным видом набережной. Людей достаточно мало, учитывая, что сегодня суббота, сегодня очень солнечно, как передает погода. Завтра вроде дождь, послезавтра дождь, люди должны были повыходить. Но я, как всегда, думал, что будет больше людей. Но нам, как всегда, с вами везет. Блин, музыка, сорян. И мы гуляем непосредственно в малолюдной истории. Это не может не радовать, потому что меньше людей, больше кислорода, да? Вот такая, друзья, набережная. Здесь есть сквер вот такой вот. Сейчас я вам покажу.
такой маленький, малюсенький. Я напомню, это пляж Чайка по правую руку у нас. Слушайте, все, я вспомнил. Мы сюда приезжали летом, мы здесь парковались, потом посмотрели, увидели, что здесь вот эти вот волнорезы, и уехали в Эмеретинку. Просто нам лично, да, нашей семье, нам, ну, не совсем нравится вот эта история с волнорезами. Почему-то вот где вот все волнорезы, море грязное. Для нас, конечно, есть определенные пляжи в Сочи, которые остаются нашими секретами, где малолюдно, где чистенько, где даже можно шашлычок пожарить. Так, здесь ресторанчик какой-то, да, вы можете заметить. Ну и, собственно, там чуть-чуть подальше начинается уже мандарин. Мандаринная история, можно даже так сказать. Вот так вот мы с вами от солнышка ушли, да, под крышу. Хотя так его не хватает. Пойдем вот в этих вот просветах, чтобы хотя бы через экран, у кого нет солнца в городе, получали заряд энергии. Так, здесь вот такая вот детская история, да, можете заметить. Такой чисто детский микропарк. Вообще любая набережная, это, конечно, для детей все здесь сделано, аттракционы. Как говорится, трать не хочу. Поэтому можете приезжать, кто-то спрашивает, так что, если приехать там через 5 дней, там, в феврале. Слушайте, да, конечно, приезжайте. Я еще ни минуты не пожалел, что мы зимуем именно здесь. Здесь по-настоящему, ну, какая-то нереальная зима. Вот классная, теплая. Я всю зиму почти хожу в одной кофте, в жилетке. И мне нормально. Легкие шапочки всегда одеваем, потому что, как правило, ветрено. Чтобы не создавался, так сказать, дискомфорт. А в целом, ну, вообще кайфово. Поэтому, друзья, на вопрос, стоит приезжать или не стоит, ну, конечно, стоит. Тем более, в основном у нас в России это такие города, где, ну, явно нету никакого солнца, где зима морозная, особенно в этом году что-то нереальное, там в Москве минус 30 даже было. Вот тут оформлена вот так вот зона, есть бескаркасники, качельки. Можно достаточно кайфовенько почилить. Ну, кафешки, вот видите, все открыто. Ну, точнее, не так, не все открыто. В основном все открыто. Кто не упускает возможности зарабатывать, ну, конечно, зарабатывает. Так, ну что, вот мы снова с вами пришли, как говорится, откуда начинали. Вон мои перцы, пойду к ним. Еще вам хочу, друзья, показать серферов местных. Это ребята катаются не на сапах, это серф-доски, они ловят волны. Я в Косте наблюдал такое явление, здесь нет. Вот видите, они, конечно, здесь маленькие волны. Блин, вообще крутяк, а? Но парни пытаются, так, посмотрим. Давай, друг, лови волну. Ой, одного вообще вон накрыло. Вот, смотрите, 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 пошел. Ну и? Ну давай. Так, один вот вышел. Видимо, не получилось. Второй стоит. Ладно, ребята, будем закругляться. Что хотел, я вам показал. Я надеюсь, вы получили полезную информацию, полезный контент. Подписывайтесь на канал, репостните это видео своему другу, а лучше двум, ну а лучше вообще трем. Поддержите лайком, конечно, если не подписаны, подписывайтесь. Зимуем мы. Сочи так и называется наш сезон, и очень скоро нас будет 4000 человек на канале. Это большая цифра для меня. Спасибо за поддержку и за просмотр. Пока!